Клюква, стерлядь, муксун, оленина. В этом кафе представлено особое меню. Здесь подают блюда сибирской кухни. Заведение всегда старается приятно удивлять своих посетителей. Чтобы познакомить жителей с новинками, вновь заявились на неделю качества. В этом году предлагают царскую уху. Я люблю и ценю каждого своего посетителя. Работаем с душой, на совесть. Каждый год у нас новиночки появляются, новиночки. Поэтому надо участвовать. Такой подход ценят и посетители. Качественно, вкусно и уютно. Кстати, поддержать кафе смогут все желающие. Совсем скоро стартует народное голосование «Недели качества». Жители смогут выбрать среди всех участников конкурса лучших в своем деле. Народное голосование мы планируем начать с понедельника. То есть мы сформируем платформу в понедельник и к вечеру ее опубликуем там же, в нашей группе. И я думаю, что предпринимателям самим будет интересно, и они заинтересованы, чтобы своим потребителям, кто постоянно пользуется их услугами, ссылку эту сбросить и привлечь к данному опросу. В народном голосовании будут участвовать представители разных сфер деятельности. Здесь не только общепит, но и магазины, парикмахерские, детские клубы, спортивные учреждения. Познакомиться с ними можно на официальной страничке «Недели качества» в социальных сетях. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».